Рождество Христово – это еще один шанс для каждого из нас стать лучше, начать делать больше добрых дел, простить обиды, улыбаться и уделять время тому, кто этого очень ждет. С праздником всех вас, Рождеством Христовым, и идите за Христом, и будете счастливы. С праздником еще раз всех вас, дорогие братья, сестры и ребята.